Всем привет! Сегодня в Flash Clinic на реставрацию приехала вот такая симпатичная коровка. На первый взгляд казалось бы, что коровка вполне ничего себе, так никаких особых повреждений у нее нет. Ну, может быть, в чистке она нуждается и, конечно же, поставить на место глазик и рожек. Рожек и глазик, кстати, сохранили владельцы коровки, за что им огромное спасибо, потому что без этих вещей нам бы пришлось гораздо больше объем работ выполнять, и, конечно, это была бы замена фурнитуры и изготовление новых рожек, поскольку рожки должны быть одинаковые, а чаще всего так происходит, что материал точь-в-точь не найти в продаже, как, например, вот материал на рожке. Значит, давайте наметим план работ, что мы будем и как делать с игрушкой. Прежде всего, будут заштопаны все дырочки. Заштопаны — неправильное слово. Будут они зашиты. Вот здесь мы сошьем. Значит, восстановим фурнитуру, поставим на место. Также подрисуем то, что стерлось, реснички. Рожки вошьем на место. Подправим вот здесь вот ротик. Дальше смотрим. Вот здесь есть проплешины, высыпалась шерсть. Здесь, конечно, будет сложно что-то сделать. Мы просто укрепим изнутри материал, для того, чтобы дальше шерсть не осыпалась. А эти места затонируем в тон шкурки голубой. Скорее всего, будет так. Возможно, найдем какое-то другое решение в процессе. Но пока мы наметили вот такой вот себе план работы. Дальше хвостик пришьем нормально. Тут уже его пытались поремонтировать, пришить. Здесь мы сделаем нормальную кисточку. Скорее всего, здесь она была белая. В общем, посмотрим и все поремонтируем. Также есть некоторые проплешинки, с которыми мы точно разберемся так же, как и вот с этими. Затонируем их. Заменим наполнитель. А в обязательном порядке коробка пройдет чистку. Без чистки мы игрушки не ремонтируем, потому что нужно избавиться от всей пыли, от всех клещей, которых игрушка могла насобирать внутри себя за срок своей службы хозяевам. Точно так же поработаем с проплешинами на ножках. По поводу сердечка. Если удастся восстановить эту надпись, восстановим. Если нет, оставим все как есть. Ну вот и в принципе все. Весь такой вот план предварительный, намечен. Приступаем к чистке, к разбору. И далее будем вас держать в курсе, показывать что, как, чему, рассказывать, чтобы вы понимали, что происходит с вашими игрушками в период нахождения их в Flash Clinic Artware Logan.
Итак, на каком мы сейчас находимся этапе? Прежде всего, игрушка прошла чистку. Она стала более чистенькой и опрятненькой, нежели была. Также мы позашивали все дырочки, которые существовали на игрушке. Обратите внимание, здесь мы убрали белесые пятна. Да, какие-то мелкие отдельные кусочки остались, но это то, что уже крайне сложно убрать. Вот здесь не осталось белых лысин. Хвостик мы подремонтировали. Да, белые лысинки остались, но это уже тоже такие мелочи, которые убрать просто невозможно физически. Остались белые пятнышки на попе, но это все еще впереди, над этим мы еще поработаем. Также здесь была прореха большая, мы прям по шву мы ее зашили. Также была дырочка вот здесь по шву, тоже мы зашили, пришили хвостик. Заново, красиво, обратите внимание, здесь хвостик был очень так неаккуратно пришит огромными грубыми стежками. Сейчас мы это все исправили. На голове вшили рожек и зашили на ушке дырочку, ушко целенькое. Далее приступаем к процессу набивки, и уже будет внешний декор, то есть установка глазок, вывод правильных форм игрушки, потому что сама по себе игрушечка достаточно такая неаккуратная, перекривленная, хотелось бы ее немножечко подправить. То есть у нее и голова была там такая, вы по видео помните, можете перемотать обратно, посмотреть, немножко перекошенная. В общем, поработаем над игрушечкой, на славу потрудимся. Приступаем. Начинаем сейчас, на данном этапе, наполнять игрушку наполнителем. Кстати, забыла показать, что вот места прорех, вот этих вот, мы дополнительно укрепили специальными кусочками ткани. Это все дело хорошенько проклеено специальным клеем. Теперь в этих местах будет меньше осыпаться мех. И вот эта основа, тонюсенькая, трикотажная, даже если она порвется, то снизу будет страхующий материал, который не даст пробиться наполнителю через эти дырки, не даст дальше основе расползаться и, в общем-то, хоть как-то сдержит игрушку от дальнейшего расползания. Приступаем к набивке. Берем синтепук. Белый, мягкий, пушистый. Чистенький, свеженький. Дополнительно его распушиваю и набиваем игрушечку. Придаем ей правильные формы с помощью набивки.
Все, финал. Некоторые этапы реставрационных работ мы не показывали, потому что есть такие свои профессиональные секретики, которые просто так раздавать негоже. Мы их нарабатывали очень долго, годами, вот, и поэтому хотим их сохранить в тайне, но покажу, что из всего этого получилось, что мы сделали, какой комплекс работ провели. Прежде всего, игрушка почищена. Дальше. Замаскированы вот эти все белые дырочки возле хвостика. Подправлен хвостик, правильно пришит. Восстановлены рожки, поставлены на место глазки. Глазки мы тоже подправили. Стертую часть рисунка добавили специальной красочкой. Подправили шрифт на сердечке, то есть все стертые буковки, насколько это было возможно, подправили. Дальше. Позашивали дырочки. Вот здесь была дырочка на ухе. Внутри оказалось, что есть еще повреждения шкурки, основы шкурки, которые не были видны снаружи. И слава богу, потому что еще можно было это все дело спасти. Все эти повреждения, вернее стрелочки, мы зашили. Теперь у игрушечки целая основа. Ну вот, замена наполнителя произошла, как и обещали, как и планировали. Язычок поставили такой же, как был примерно. Мордочку сделали такой же, как была. То есть вот черненькие точечки обозначили, и от них улыбочка. Что еще? Вот здесь подправили, поубирали все белое, насколько это было возможно. В общем, игрушка заиграла новыми красками. Коровка просто прекрасно стала. Кто хочет знать, что происходит с игрушками, когда они на реставрации у нас в клинике, заходите, смотрите наши видео. По каждой игрушечке мы будем стараться снимать такие отчеты, рассказывать вам, показывать, чтобы вы об игрушечках своих не переживали, чтобы вы были уверены, что с ними все будет хорошо. В принципе, вот эти процедуры, которые мы сегодня показали, проходят в основном все игрушки. А также будем благодарны за подписку. Ставьте колокольчик. Ждем вас у нас на канале. Пока-пока!